Тип-тип фотографии скидывал группу. Скинь у меня в Вайбере все, что у тебя есть, давай. Спокойненько растягивай. Алло, ну, фотографии тип-тип, скинь мне в Вайбере все, что у тебя есть. Хорошо. Первый фол Андерло, да? Николай Швец на третьей минуте матча выводит команду «Работу я» вперед. Парни, фамилию подскажите. Николай. Кто второй впереди? Богдан или Николай? Богдан Швец делает счет 2-0 в пользу «Работа я». Все,
Первый фол, работа ЮА. Второй фол, работа ЮА. Удачи тебе. Второй фол Бандерлона. По два фола у обеих команд. Один.
На 10-й минуте матча счет становится 2-1. Забитым мячом за Бандерлону отметился Виктор Хоця. А где мой рюкзачок? Там одна. Дайте. Где? Жень, где-то вторая ручка должна быть. Розовый. Вот, держи. Вон, я же говорю, на пульте розовый. Саша, растягивай! На 13-й минуте матча счет становится 2-2. Вячеслав Калмыков отличается забитым мячом за команду Бандерлона. Осторожно. Назад, назад, назад!
Ну! Слава!
Завершилась первая половина матча между командами «Работа».